Дорогая сестра Лидия, сердечно поздравляем с Днем Крещения. Боже, Ты – Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, чтобы видеть Тебе силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют Тебя. Псалом 62, 2, 4. От церкви Хейзлдел. Дорогая сестра Ангелина, сердечно поздравляем с Днем Крещения. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Притчи, 3 глава, 5-7 стих. От церкви Хейзлда. Дорогой брат Михаил, сердечно поздравляем тебя с Днем Крещения. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. От церкви. Дорогой брат Евгений, сердечно поздравляем тебя с Днем Крещения. И пожелание тебе написано: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере». Колоссянам 2, 6 и 7. Дорогой брат Андрей, сердечно поздравляем с Днем Крещения. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Псалом 1, с 1 по 3 стих. От родной церкви. Дорогой братик Гарик, сердечно поздравляем с Днем Крещения. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Колоссянам 3 глава, 1 по 4 стихи. От родной церкви Хейзлдел.